продаже автомобиль Lada Калина Спорт 2016 года, объем двигателя 1.6 на механике. На автомобиле установлен полный электропакет, электрокорректор фар, задний противотуманный фонарь, передний противотуманный фонарь, штатное головное устройство с экраном, также на автомобиле установлен бортовой компьютер, система hands-free, подогрев лобового стекла, кондиционер, обогрев заднего стекла, подогревы передних сидений. Также на автомобиле установлены датчики парковки,